берлинского кичмана. Бежали два урикана, бежали два урикана. Дай на во-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 
остановились, они остановились отдохнуть. Дедушку с медалями, ему их на войне не просто так дали. Он протоптал дали, помог империю зла повергнуть ради мира. Стрелял врага в реале, а не в пределе тира. А сейчас в трактирах молодежь бодрится со свастикой на теле и агрессией на лицах. Многие в больницах уже от рук их пали смертью глупых, тупых на речи полный мозг, заполненный фашистским бредом. Вся эта молодежь никто в сравнении с тем дедом. Он верил в мир, глаза его полны печали, когда блестят медали на груди героя. Он ощущает, что такое зло, когда встречается глазами с нами. История забыта, стерта временами, похабным племенем изгнаны подмостки веры. Желание быть первым, угодить себе. Запомните, никто из нас не стоит силы неба или желание сделать жизнь опасней. Топит педаль по трассе до отказа. Смотри в глаза проказе, она в тебе и размножается как вирус. В поступках наших мы ухитряемся из подушек мягких жизнь превратить в парашу. Вот и хавай, парашу, вот и хавай. А где Бельс малохольный? Скажи моей ты маме, что я решил весь мир запоймать. С танкою в рукою, с отмычкою в другою, я буду все народы покорять. Откуда мог взяться фашизм в этой великой стране? Откуда он появился, непонятно мне. Ведь полвека назад его убили на войне. Миллионы человек отдали жизни, что взамен? Даже на 9 мая, когда герои одевают медали, эти парни все в Зихайле играют. Просто плюют своему деду в лицо они. Плюют на память, на честь, им не хватает совести. Точнее, чтобы кто-то изнутри им сказал: слышь, ты тупой мудак, давай немедленно охстись. Ведь твой родной дед жизнь для тебя прожил. Фашистов убил, не щадя сила, что ты в подъездах и на парах, на партах рисуешь свастику, что препод тебя ласково называл трудным мальчиком, предатель родины. Вот ты кто, не больше, не меньше, ты вроде не дурак, позже сам поймешь эти вещи. Пойди по всем малинам и быстро собери там ты всех блатных, кто на руку не чист. Отныне уж не будет зваться он бандитом, а будет национал-социалист.